Смотрите, это прислужники некроманта. Что они делают с рудником? Нет времени выяснять. В атаку! Проклятие на этих людишек! Они посмели вмешаться в дела нашего повелителя. Разобьем лагерь здесь. Пока вокруг шныряют прислужники некроманта, я не пойду внутрь без подкрепления. Я тоже. Полностью с тобой согласна. Не нужно кланяться. Во имя правосудия. Отличный план. Где враг? Кто-нибудь ранен? Не нужно кланяться. Как? Во имя правосудия. Не нужно кланяться. Разумеется. За моего отца! Поздно просить пощады. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу! Отличный план. За честь и отвагу! Как? Разумеется. Конечно. За честь и отвагу! Я служу свету. Свет дает мне силу. Разумеется. Конечно. Я позабочусь об этом. Интересно. Я посмотрю. На нас напали. Ненавижу насилие. За честь и отвагу! Отличный план. Где враг? Не мешай мне думать. Свету. Конечно. Во имя правосудия. Разумеется. Я могу помочь. Интересно. Я готов. Я позабочусь об этом. Звучит неплохо. Не нужно кланяться. Свет дает мне силу. Какой у тебя план? Не мешай мне думать. Я готов. Интересно. Я служу свету. Это забавно. Звучит неплохо. Не нужно кланяться. Да, господин. Какой у тебя план? Ты сам напросился! Во имя правосудия. Я готов. Чего? Я Постройте готов. Ферму. Ну, я пошел. Не мешай мне думать. Какой у тебя план? Интересно. Звучит неплохо. Я позабочусь об этом. Звучит неплохо. На нас напали. Я посмотрю. Интересно. Я позабочусь об этом. Не нужно хвалиться. Как? Да. Хорошо. Хорошо. Это забавно. Я могу помочь. Я посмотрю. Я позабочусь об этом. Звучит неплохо. Я посмотрю. Звучит неплохо. Я готов. Интересно. Я позабочусь об этом. Звучит неплохо. Какой у тебя план? Я посмотрю. Звучит неплохо. Во имя правосудия. Чего? Я пошел. Готово. Готово. Это забавно. Какой у тебя план? Ненавижу вас. Ты сам напросился. Я прав.
Я готов. Отличный план. Да, мой друг. Гад, приступай. Где враг? За честь и отвагу! Свет дает мне силы. На нас напали. Где враг? Я готов. Разумеется. Я служу свету. За честь и отвагу! Храни желание! На нас напали. Я готов. Свет дает мне силы. Отличный план. Опять работа. Хорошо. Я служу свету. Конечно. Да, господин. Не хватает дерева. Да. Ну, я пошел. Да, господин. Чего? О-о-о. Да. Хорошо. Ну, я пошел. Забавно. Какой у тебя план? Я позабочусь об этом. Интересно. Это забавно. Я могу помочь. Я посмотрю. Интересно. Я служу свету. Готово. Как скажете. Во имя правосудия. Да, господин. Исследование завершено. Хорошо. Ого. Хорошо. К бою готов? Какой у тебя план? Это забавно. Звучит неплохо. Какой у тебя план? Я могу помочь. Мне силу. На нас напали. Готово. Не мешай мне думать. Я могу помочь. Какой у тебя план? Где враг? Исследование завершено. На нас напали. Покажите цель. Во имя правосудия. Что прикажете? Огонь! Бою готов. Не нужно париться. Постройка завершена. Готово. Там ваш дядь. Свет дает мне силу. Где враг? Отличный план. Бою готов? Да. Угу. Опять работа. Хорошо. Готово. Да. К бою готов? Ну, я пошел. Ого. Ну, я пошел. Это забавно. Какой у тебя план? Я посмотрю. Интересно. Это забавно. Какой у тебя план? Я позабочусь об этом. Интересно. Не нужно кланяться. Разумеется. Как скажете. Исследование завершено. Не хватает исследование дерева. Завершено. На нас напали. Я могу помочь. Готово.
Не мешай мне думать. Я могу помочь. Звучит неплохо. Я позабочусь об этом. Звучит неплохо. Готово. Интересно. Звучит неплохо. Готово. Интересно. Я позабочусь об этом. Интересно. Готово. Исследование завершено. Не мешай мне думать. Это забавно. Я посмотрю. Интересно. Я позабочусь об этом. Где враг? Отличный план. Готово. Исследование завершено. Не мешай мне думать. Я посмотрю. Интересно. Я позабочусь об этом. Какой у тебя план? Исследование завершено. Я посмотрю. Я позабочусь об этом. Я посмотрю. Звучит неплохо. Интересно. Я позабочусь об этом. Я посмотрю. Готово. Я позабочусь об этом. Не мешай мне думать. Не нужно кланяться. Конечно. Я несу исцеление. Ваша воля. Я служу свету. За честь и отвагу! За моего отца! За моего отца! Исследование завершено. Пощады. Отличный план. Разумеется. Чем могу помочь? Где враг? Это забавно. Я могу помочь. Интересно. Звучит неплохо. Я посмотрю. Я позабочусь об этом. Да? Опять работа? Хорошо. Да? Да, ваш Броди. Что прикажете? Сделаю. Здравия желаю. Чего? Ну, я пошел. Я служу свету. Во имя правосудия. Какой у тебя план? Не нужно кланяться. Конечно. За честь и отвагу! Не мешай мне думать. Кто-нибудь ранен? Дайте цель! Готово. Укажите цель. Опять работа. Чего? Хорошо. Опять на работа. Угу. Во имя правосудия. Ненавидь. К бою готов? Я служу свету. Разумеется. За моего отца!
честь и отвагу! Поздно просить пощады. Конечно. Орудие к бою! Да, мой друг. Не нужно кланяться. Это забавно. Во имя правосудия я несу исцеление. Чего? Да. Ну, я пошел. Здравия желаю! Можешь, я служу свято. Иду, да. Иду. Орудие к бою! Где враг? Разумеется. К бою готов? Не мешай мне думать. Куда стрелять? Свет дает мне силу. Чего? Я несу исцеление. Хорошо. Ну, я пошел. Хорошо. Хорошо. Ну, я пошел. Во имя правосудия. Свет дает мне силу. Прикажете открыть огонь? Да, сэр. Я служу свету. Орудие к бою! Какой у тебя план? Я позвоню. Золотой рудник скорый сегодня. Прикажете открыть огонь? Свет дает мне силу. Здравия желаю! Хорошо смеется я тот, служу у кого свету. Большая пушка. Конечно. Ну что ж, приказывайте. Я могу помочь. Готово. Во имя правосудия. За честь и отвагу! Теперь я действительно... Покажите цель! Я служу свету. Не нужно спать. Поздно просить пощады. Здравия желаю! Готово. Во имя правосудия. Теперь я действительно зол. Не хватает. Я служу свету. Прикажете открыть огонь? Считай, что мы уже победили. Эй, ты! Не нужно отваливаться. За моего отца! Это забавно. Здравия желаю! Где враг? Конечно. К бою готов? Ну что, приказывайте. Прикажете открыть огонь? Где враг? Во имя правосудия. Лови, желаю! Лови ядро! Эй, ты, лови! Считай, что мы уже победили. Где враг? Не хватает золота. Во имя правосудия. Укажите цель. Эй, ты, лови! Свет дает мне силу. Лови, желаю! Им я служу с кем? Ага. Прикажете открыть огонь? Где враг? Не мешай мне думать. Я служу свету. За честь и отвагу! Куда стрелять? Где враг? Теперь я действительно зол. Разумеется. На что жалуетесь? Во имя правосудия. Отличный план. За честь и отвагу! Конечно. Приветствую тебя вновь, дитя. Я Гелтузет. Хочу предупредить тебя. Оставь это дело. Твое любопытство тебя погубит. Это чума. Твоих рук дело, некромант. Да, это я приказал последователям культа проклятых распространять зараженное зерно. Но идея принадлежит не мне. О чем это он? Я служу Малганусу. Его карающая плеть очистит эти земли, и здесь раскинется царство вечной тьмы. Не уточнишь ли ты, от кого он собирается очистить эти земли? От живых, конечно. Его план уже начал исполняться. Если тебе нужны доказательства,
загляни в Стратхоль. Свет дает мне сил. Золотой рудник обрушился. Да, господин. Хорошо. Опять работа. Хорошо. Все амбары пусты. Груз уже отправлен. Мы опоздали. Указывайте. Прикажете открыть огонь? Свет дает мне силу. Конечно. За моего отца! Не нужно кланяться. Разумеется. Укажите цель. Лови ядро! Прикажете открыть огонь? Давай, пошевеливайся! За честь и отвагу! Свет дает мне силу. Какой у тебя план? Я позабочусь об этом. Интересно. Я посмотрю. Звучит неплохо. Да, сэр. Иду. Хорошо. Иду. В цель! Я могу помочь. Я посмотрю. Интересно. Во имя правосудия. Отличный план. За честь и отвагу! Не хватает золота. Не нужно кланяться. Конечно. Отличный план. Разумеется. Не трави, живай! Чем могу помочь? Свет дает мне силу. Отличный план. На что жалуетесь? Приступай. Я служу свету. Не нужно кланяться. Конечно. Найти цель уже в пути. Что прикажете? Не мешай мне думать. Разумеется. За честь и отвагу. Жалкий глупец. За моего отца. Поздно просить прощады. Конечно. Свет дает мне силу. На что жалуетесь? Я в гневе. Я служу свету. Куда стрелять? Наивный глупец. Моя смерть ничего не изменит в целом. Теперь, когда покорение этих земель началось...